И сегодня в посольстве Испании глава российского МИДа выразил слова солидарности и поддержки родным и близким погибших. На Большую Никитскую Сергей Лавров приехал сегодня утром, выразив также соболезнования послу этой страны и возложил цветы на ступени здания, где сразу после трагедии образовался стихийный мемориал среди букетов и записок вместе российские и испанские флажки. Министр оставил запись в книге памяти, отметив, что наша страна последовательно выступает за формирование универсального фронта для борьбы с терроризмом. Жертвами терактов в Испании стали 14 человек, около 130 получили ранения.